Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Вот и началась посадка огорода. Сегодня, 28 апреля, садим картошку. Вот такую небольшую грядочку мы сделали и решили посадить. Как я сажаю картошку? Сажаю вот через шнур, чтобы рядочки были ровненькие, и через 50 сантиметров вот рядок, и вот другой рядок через 50 сантиметров. Делаем неглубокие луночки. Я их полила, посадила пророщенную картошечку и в луночку положила вместе с картошечкой по 2 гороха. Будет расти картошечка вместе с горохом. Будем собирать 2 урожая. Обливаться она от жуков не будет. Если будет, мы соберем вручную. Здесь у меня сидели сидираты пшеницы. Пшеница благоприятно действует на картофель. Она уберегает корни пшеницы. Вообще они выживают медведку, проволочника. И говорят, что даже меньше становится колорадского жука. Насколько это верно, проверим в этом году. Сейчас я засыплю. И все. Вот такого вот заровняю. Земелька здесь скопана. Копал сын. Сидираты на низу. Длинные поверхности получаются. Она будет удобрена. Сидираты мы сеяли под зиму. Так что удобрение под картошечку внесено хорошее. Ну вот и все, что я вам хотела показать. До свидания.